Глава МВД, министр юстиции и культуры, мэр Парижа и экс-президент республики приняли участие в скромной церемонии в память 11 погибших 5 лет назад в результате нападения на сатирический еженедельник «Шарли Эбдо». Среди жертв братьев Куаши, хладнокровно расстрелявших всех, кто в то утро 7 января 2015-го находился в редакции, были не только его директор и ведущие карикатуристы, но и случайные люди. Их имена были зачитаны в присутствии 100 собравшихся. На стене здания установили табличку «Площадь свободы выражения». В тот день я была дома, и когда услышала по радио и телевидению, что случилось, моему возмущению не было предела. Потом я вышел на улицу, как и миллионы французов, в сердцах которых навсегда будут свобода и светское государство. Эта битва за свободу выражения шла, как вы знаете, в 16-м, 17-м, 18-м, 19-м, 20-м и вот теперь в 21 веке, потому что до сих пор находятся люди, которые хотели бы воспрепятствовать проявлению этой свободы. Церемонии в память о жертвах исламистов состоялись также в парижском пригороде Монруж, где братья Куаши застрелили полицейского, и около кошерного супермаркета в районе Порт-де-Вансен, где сообщник Куаши Амеди Кулибали убил 4 посетителей.